Когда дьявол пришел искушать Иисуса, он не сказал: «Иисус, пой пару песен, поклонись через этим». Сказал: «Поклонись мне», то есть «уважай меня, смирись передо мною, слушай, что я говорю, потому что я хочу сейчас господствовать над тобою». Потому что он знал, что поклонение рождает помазание, а помазание разрушает ярмо дьявола. Он хочет сегодня через ложь что-то открыть человеку, чтобы человек оставил поклонение истинного Бога и поклонялась не каждый, не знаем кому, чему. Ему не удастся просто распространять или делать его грязные планы в твоей жизни, в жизни твоей семьи, в жизни твоих детей. Это ему не удастся, потому что ты поклонник Божий, живому Богу Отцу.